кварца, Испания. Сумасшедшие ароматы, которые связаны с магией камней. Сам Рамон, он с детства привязан был к камням, к их магии. То есть вот эти тактильные ощущения, которые он испытывал в детстве, и именно поклонение камням, вдохновило его на создание коллекции кварца. То есть в каждом аромате есть частички кварца, золотое напыление, либо разные камни. И, в принципе, здесь идея какая, что дорогие эссенции очень высокого качества, самой высокой пробы с магией камней. То есть сочетание дает невероятное ощущение. То есть философия марки – прикосновение к роскоши. То есть этим самым, пользуясь ароматами кварца, мы расширяем свое сознание, мы создаем абсолютно другой мир восприятия ниши. И это действительно так, это не просто, ну, как бы техника продаж, потому что я была поражена, насколько можно было умело создать тонкий аромат, но очень стойкий. Обычно, ну, по классике жанра, это либо цветы, либо восток дают нам ощущение полноценности до шлейфа. Но создать утонченную нишу и настолько стойкую, настолько интересную, это действительно искусство. То есть это можно было добиться только благодаря эссенциям и композициям очень высокого качества и очень высокой пробы. То есть цены тут соответствуют как бы уровню ароматов и расширяют. То есть, как говорит маэстро, что достаточно дотронуться до флакона, то есть хрустальные флаконы в виде кристалла. Есть, ну вы видели, здесь был открыт, что убрали аромат. Шкатулка лаковая, да, на магнитах. Ну, все очень, да, все очень добротно. Вот. И данный аромат – это морское золото в камнях Сваровски. То, что вы наносите на себя, это действительно, я тестировала не один аромат, это действительно что-то невероятное. То есть создать такую нишу, которая бы была тонкой, но стойкой, это многого стоит. Это действительно большой талант.